дорогие друзья, немножко вас решил прокатить на подъезде к участку к нашему под названием Индыглы. Сегодня прямо чудесная такая погода, солнышко, прямо красота. Оговоркой. Там, где рука человека не вмешивалась в природу, там заглядение. А где человек своими ручками шаловливыми побаловался, не очень приятно смотреть. Сейчас начнется спуск к речке Индыглы, скажем так, от которого берет название наш участок. Это речушка, приток реки Татарка, которая в свою очередь приток Ангары. Как-то так. Радуется, когда такая погода и сильно жары нет. Хорошо. Хотя с утра было тучи, пасмурно, казалось, вот-вот дождь пойдет. А нет, распогодилось. Соседние нашей фирмы, техника тут стоит,
наше КПП. Дорога, одна из дорог на татарку, нам влево. По одной дороге на татарку можно проехать, но только зимой. На машине, даже на Урале, летом там не проехать. Болото.
Через дорогу под носом проскочил. Конечный пункт. Всем спасибо, кто со мной прокатился.